Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Умер во сне. Ушел из жизни известный актер, любимец миллионов. Обладатель премии Эмми скончался в своем доме в Лингвейле, штат Коннектикут. Рядом с артистом до последнего были его близкие. Причина смерти Рипа Торна не озвучена, но поклонники предполагают, что тот давно болел. Карьера Рипа Торна длилась 7 десятилетий. Одной из самых запоминающихся ролей Торна стала в сериале HBO шоу Ларри Сандерса. За нее актер получил 6 номинаций на премию Эмми и выиграл награду за лучшего актера второго плана в комедийном сериале. Больше всего зрители полюбили его персонажа из научно-фантастической комедии «Люди в черном». Актер сыграл в фильме невозмутимого шефа агентства по сотрудничеству с инопланетянами по имени Зет. Артист продолжал сниматься и после успеха картины, но в последнее время пропал с радаров. Поклонники подозревали, что Рип тяжело болел, поэтому и перестал выходить в свет. Искренние глубокие соболезнования близким и родным. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.